Тема для обсуждения есть, кстати. И тема для обсуждений в автомобиле Сангьян Грэгсон 2. Мы его не успели снять, в смысле анонсировать выход, потому как другие телевизионные программы оккупировали Автоград. Но мы, как всегда, не спеша спустились с горы и возьмемся в стадо. И поговорим о явных преимуществах, ну, во-первых, сети Автоград, которые привозят настоящие корейские внедорожники, и, соответственно, у этих же корейских внедорожников. Рассказать мне есть чего, потому что, ну, более чем богатый опыт эксплуатации корейского автопрома у меня уже есть. Скажем честно, в 90% случаев я доволен. Те 10%, ну, это мелочевки, нельзя быть полностью 100% довольным. Итак, Сангьян Грэгсон 2. Есть у меня один товарищ, ну, большой любитель крутых понтов. Вот. И когда, и для специально для него, я сегодня скажу, что настоящие джипы, у них как бы рама должна быть, как у всех настоящих американских серьезных джипов. Типа Chevrolet, Suburban. Корейский автопром пошел по-другому. Пути развития, по грамотному пути развития. И уж настолько, поскольку, соответственно, Геленваген приказал долго жить, в смысле, гражданская версия, военная-то будет жить и рулить forever. Так вот, взяли базу от Гелика, вот, и сделали серьезный гражданский костюм. Поставили чудненькую гамму движков на все эти автомобили Сангьян. От 2-литрового турбодизеля существует 2.3 бензин. Дальше идет 2.7 турбодизель предыдущего поколения. Новый турбодизель, который выкачивает, соответственно, 170 лошадиных сил. И есть и топовые 3.2. Так. Теперь, скажем так, цена вопроса 1 миллион, ну, 200 тысяч с небольшим. Но теперь самое интересное. Давайте посравниваем этот автомобиль. Да, нету навороченных 18-дюймовых дисков, но что здесь внутри есть? Всевозможные блокировки. И за 1 200 000, да? ESP. Включаемая и отключаемая, пожалуйста. Hill Down Assist, то есть спуск с горы. Ну, климатер навороченный, новый дизайн, все-все-все. И Tiptronic с управлением на руле. И, между прочим, порт USB здесь тоже есть. Ну, как вам? Несерьезный автомобиль? По-моему, более чем. Теперь в завершение и новогодние подарки. А как же без них, любимых, тем более вот такой сети. Есть и такие. Скидочки есть на автомобили. Джипы вот эти, Сангьянг Рекстон, до 120 тысяч рублей. А поездка в мои любимые Гоа на двоих — это как раз то, что надо. Вы представляете, уехали на Рекстоне за уже достаточно символическую сумму. Ну, откуда летает самолет? С Екатеринбурга. Доехали в комфортных условиях, на подогреваемых сиденьях. Кожа, рожа, все дела. Нету DVD, а оно вам надо, вы за дорогой смотрите. А пока едете на дорогу, глядите, смотрите вот этот новый приборчик. Ой, какой красивый, стильный. И чем-то Мерседес мне напоминает все это дело. Все, улетели, прилетели и обратно вас доставил. Ох. И вы с удовольствием вспомните, что есть такие автомобили, есть такие новогодние предложения от сети Автоград.